Правильные слова. Кацап и хохол. Ну, хохол не поднимался, поднялось слово кацап, и как это, ну, а как оскорбительное, туда-сюда, и в ходе разбирательства было прописано слово, ну, хохлы придумали это, ну, там, то есть исторически как-то факты поднимали. Я точно знаю, в Википедии также посмотрел, что хохлы — это тоже унизительное слово. Ну, и я спросил, что более, в чем более хохол, в кацапе или в хохле? Ну, мне объяснили, что действительно сравнение с хохлом, да, я понимаю это, но... Ну, почему-то хохол употребляется так часто, что прям я даже не знаю, но это же тоже оскорбительное слово. Это в советское время, да, было анекдотическое какое-то слово. Я бы даже сказал, что это был фольклор своего рода, потому что эти анекдоты я жил, я даже текал, размовляя на море, жил в Украине. Мне эта тема близка, и как бы я также и написал, что это территория, знаете, моего детства. Слава богу, детство у меня счастливое было, я знаю этот фольклор. И эта ментальность, так же, как она ничем не поменялась. Но тем не менее, если мы уже говорим за одно, то есть за другое, то что кацап, что хохол, мне кажется, это недопустимый в обороте речи для православного слова. Или я ошибаюсь? Дело вот в чем. Если мы признаем, что мы верующие, то мы признаем, что нас Бог сотворил. Определенно и четко. Что касается головы, волосы. Мужчина растит волосы, они написаны где, целиком или одним хохолком, который оставляет. Бесчестие для него. И это они так делают. Голова вся обритая, на голове хохол. Тут никакого ни обзывания, ничего нету. Слова «украинец» этого никогда и не было. А вот теперь они, как говорят, «ка-сап», «цап» – это козел, а «ка-как». Тут богохульство. Почему? Потому что человека Бог сотворил. Они берут бороды в обрили, а если я с бородой, я как козел. Но если борода вызывает ассоциацию с козлом, то это относится не ко мне. Я не брил усы, не трогал. Это Бог так сотворил. А в природе мы видим, у петуха тоже есть борода. Там много есть где. Это Бог сотворил. Когда говорят «кацап», это богохульство. Почему? Как козел, то есть с бородой, а они-то безбородые. Значит, Христос – кацап, все пророки – кацапы, все апостолы – кацапы, все проповедники, все миссионеры, и там, кого только мы не возьмем, Достоевский, Толстой, Некрасов – все кацапы, потому что с бородами. Это же безумие. А они-то говорят на то, как с борцами сбрили бороды, а когда насмеялись над слугами Давида, полбороды – убрали, он их не запустил в Иерусалим, земной город Иерусалим. Идите, живите в проклятом Иерихоне, пока бороды отрастут. Этих, которые называют хохлами, а они хохол держат на голове, и хохлы, тут никакого обзывания нету. Чтобы отличить от других людей, не назову же турок, потому что голова обрита, а хохол торчит. Зачем? С какой целью? Они этим самым себя отличают. Во время войны в темноте пощупал наш брат. Объяснение есть. Но когда говорит «кацап», это как козел. То есть с козлом сравнивает бороду. Это Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Ленин. Все это кацапы. У них бороды. Они не понимают. Они настолько обезумели в этой злобе. Везде «слава Украине». Я ни разу не слышал «слава России». Я говорю, Украина это что? Это стены какие-то? Это люди. Кто люди? Предатели. Коррупционеры, проститутки, матершинники, блудники. Это все, из чего состоит Россия, Украина, Америка. Это одинаково везде есть. Это что, слава? То есть их так промыли мозги, вот ставят президента Зеленский. Его тут же надевают на него масонские знаки. Ну, это понятно. Человек другой национальности. Он нигде в храме не бывает. Он неверующий совершенно. Еще сравнивать с другими, где человек ходит, вот, допустим, Трамп был, он по-своему верил. Ну и считай, Маргарет Тэтчер, другие, там они бывают англиканцы, лютеране. Это разные люди. Но чтоб совсем неверующий, вот как сейчас президент, он кто? Клоун. Все, выламывался, он инженер был. Он инженером отказался быть. Он решил людей смешить. Вот Задворно смешил. Давай смеяться над исходом. Вторая книга Моисеева. Все, Бог свернул. Черная заноза в мозги, падаль была там. Выступает Жириновский. А вы знаете,
Вот завакцинировано 40 миллионов, а сам стоит в наморднике. Тут же у него депутаты. А вы? А остальные это 78-то, они не приняли это дело. Их надо арестовывать. Это саботажники. Арестовывать их надо. Концлагеря, как у Гитлера, вроде устроить-то. Я сказал, это последнее выступление Владимира Вольфовича. Бог наведет ему решку. И все, его свернуло, как будто никогда не было. Мы должны смотреть, как кацап, как козел. Так ты с чем сравниваешь-то? Из-за чего? Речь идет только о бороде. У русских никогда не было ничего другого. И он не был похож на женщину. Тут дело по-серьезному. Говоря хохол, ничего не добавляется. Хохол в природе такого нету, чтобы все с головы убрать, а хохолок. Но хохолок есть у жаворонка с хохолками. Ну вот мы видим, такие птицы есть с хохолками. Зимой прилетают, вот едят они. Так, слушаю. Геннадий Дмитриевич, ну да, я все понял, я понял. Но есть такой момент, как, допустим, они лично, как национально, ну вот как они уже себя ощущают, как национальность Украины. То есть это уже так поставлено, и это уже в ментальности как бы уложено, и они это воспринимают как обиду. То мне казалось бы, можно было бы воздержаться от этого сравнения. Тем более сейчас уже никто так и не носит оседлец. Его уже никто и не носит как таковой. И я как бы не спорю, а спрашиваю, может быть, действительно стоит воздержаться, потому что люди воспринимают это как оскорбление. Я никак нет. Я вот родился в сибирской деревне, слово «украинец» я никогда не слышал. У нас поселились оттуда кто? Да тут хохлы. Хохлы, которые приехали 200 лет назад, а как их звали? И отец спрашивал, никак они хохлы. А почему никто не знал про этот хохол на голове? Это у них как национальность считалось. Я так и думал. Я же не придумаю. Да. И ничего оскорбительного нет. Вот картина, как они пишут, там хохочут все. Запорожская сечь, султану письмо пишут, стоят. И у каждого хохол на голове. А писарь стоит, у него голова под русский. Видимо, русский пришел. Здесь, когда они говорят «кацап», то есть «как козел», я не трогаю ничего, не задеваю бороду, я как козел. Козел, потому что у козла борода. Но такая же борода была у Христа. Борода была у всех пророков, у Моисея. Это другое, это тут по-другому. А они сами обриты, и даже в Иерусалиме пустят земной, не говоря про небесный. Это они от католиков зарядились, развратили всю Россию. Крестить перестали в России, а потому что оттуда идет. Кто они? Униаты. По голове ладошкой мокрой, деньги давай. Вот идет диакон, только рукоположили. А мой брат священник. И он говорит ему, ну тебя теперь рукоположили, Андрей, ты теперь должен Библию считать. А счет-то таке. Он говорит, так Евангелие. Не знаю, он не считал книги даже, божественные, Библию. Он говорит, а зачем же ты приехал? Гроши дробите. Гроши надо. Вот у нас в армии были, и в армии я служил, никто не знал слова «Украина», знали хохлы. Он домой без лычки не поедет, хоть 100 человек заложит, но чтобы одну лычку дали. Самые вредные были, даже которые с юга были, и те нормально между собой грудили. А этот во вред всем делали. Самое хорошее – это прибалты, это латыши, литовцы, эстонцы. Я когда вернулся из армии, я сразу поехал куда? Туда, в Прибалтику. И там я нашел Евангелие, там меня Бог обратил. Вот и все. У нас у каждого почти жены с Украины. Она на О оканчивается. Вот брат у меня этот, вот, который со мной живет, Пащенко. Другой там Антоненко, у батюшки нашего жена. Вредные такие бабенки, прямо вредные, непокоривые. Откуда это у них такое? Рядом живет, которая у нас русская, даже сравнивать не приходится. И еще муж скажет, она сразу пошла, благодарю. Это нет, уперлась на своем. Лычка – это сержант. Без лычки домой не поедет, говорит хохол. Обязательно любым. А дают-то за что-то, он угождает тем, которые есть. У меня претензий нет никаких. Я был на Украине много раз, с книгами проезжал. Мои книги находятся в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Николаеве. У нас очень близкие друзья, но все они с бородами, священники с бородами, служат на Украине. Так что тут разница хохол и кацап, это даже близко не подходит. В природе нету, чтобы хохол оставляли, потому что ни на что не похоже-то.
А вот кацап — это из-за бороды, как козел. Ну ладно, я как козел, но претензии-то не ко мне, к Богу. Это не я же делал, чтобы борода росла. Они что, совсем, совершенно неверующие, безбожники. Хулят-то не творение Божие. Бог так сделал. Мужчина-борода, физиологический признак. У женщины нет ее. Женщина волосы растит, говорит апостол Павел, для нее честь, коса ее краса. А мужчина растит, там хохол один длинный или что-то, для него бесчестье, то есть бесстыжесть. Вот как дело обстоит. Я говорю, лязгище, никаких претензий никому не имею. Но я знаю, что президентов сравнивать не приходится. У него ни опыта, ничего нету. И он слова не скажет, чтобы, говорится, не лизнуть кому-то. И сказали, вплотную в НАТО вступайте. Путин сказал, нам отступать некуда. Ракета около самой границы. Америка за 1000 километров и атомные ракеты свои устанавливает на границе. Зачем? От кого обороняетесь? От России. А теперь узнали, что готовилась Украина отбивать Крым. Да через 2 недели-то. Ну, через 2 недели Сталин готовился напасть на Гитлера. Гитлер опередил. Точно так и здесь. Я много занимаюсь военными делами, разными национальностями. Я говорю это абсолютно точно. Мне все понятно. Ну, конечно. Тем более у нас верующих сколько там. И в Одессе, и в Николаеве, везде наши друзья. Все с бородами. Это что, все козлы у них там? Ну, они родились на Украине и там и живут. А что, теперь смотрим Донецк. Это тут, которые в области хотели самостоятельно быть, это еще одни козлы живут. А козел, вот козел, это оскорбительно. Хоть у заключенных, хоть где, а козел. А если женщина, телка. Я знаю произношение. Выходит, все-таки существует разница между людьми. Как говорят, Украины такой, как таковой, не существует, но... Раз между людьми такая вот разница, что можно определить человека, такой он или такой. Хотя и мне по жизни, не знаю, вот у меня, я сколько, немного еще прожил, сколько, 48 лет, 47. Но тем не менее, вот, мне часто встречается, что если, знаете, какого уже как прозвище у человека есть. Но оно чаще всего, вот в моем окружении получалось, какого прозвище у людей обычно удостоенных получалось. Вот тоже, ну, тоже что интересно. И все знают, что он хохол, он знает, что он хохол. Ему даже сказать, здорово, хохол, но он достойный человек. И чаще получались люди достойные, с кличкой хохол. Вот такой просто. Ну, у нас была миссионерская мировая поездка. У меня 38 томов вышло. И мы подарили из Барнаула, Алтайский край, доехали до Владивостока, порт Находка. Потом проехали до Португалии. Нигде нам за руки не хватали, дай книги. Только на Украине. Он узнал, что у меня... Не пропускает даже никак. У меня бумага на все, на собаку. У нас, ну, все нормально. Проезжаем там Германию, Францию, Италию. Нигде нету. Через Польшу въезжаем. Как через Украину ехать? Прям за горло берут. И сидит вот такие кружочки. Ру. Ру, это русские. Чтобы я у него купил. Там за сколько гривен. И наклеил на переднее стекло. Зачем? Чтобы видно было, что мы русские. Это кацапы. Мне, нам не нужна бумажка. Она ничего не говорит. Берите, дальше не пропустим. Стали на пути, нам не дают проезда. Звери прям настоящие. Я не говорю о всех. Я говорю, что у нас было на таможнях. Ну так нельзя. Нигде у нас этого не было. Ни в Греции, ни в Турции, нигде. Они понимают, мы везем, даем дар. Мы подарок сделали в 650 библиотек. Нам это обошлось в то время еще 35 миллионов рублей. Подарок, книги, которые человека возрождают. А эти ничего не понимают. Дай, дай, дай. Все ж такое-то. Мы же родные. Я никогда не знал, что Украина это другое. Мы считали всегда это один народ. Но рядом Белоруссия выступает Лукашенко. Всегда на русском языке. Всегда. И сидят депутаты, все отвечают, а это нет, нет, умышленно. Вот Донецк, Луганск, чтобы не давать по-русски, чтобы только по-украински. У нас народ-то русский здесь ни в какую. Сейчас, когда побежали беженцы в Румынии, прям в Румынии показывают их. В магазине их приняли, показывают, вам что купить, он показывает на бутылку водки. Он говорит, мы сами не пьем. А вы с нами разговариваете по-украински, как так? Ты в Румынию пришел с первого дня, они сумасшедшие. В Дании оказались, тоже разговаривайте с нами по-украински. Да
как? Я вот ездил, где меня никто не заставлял. В Германии я по-немецки разговариваю. Мне с ними... В Латвии я был. Я сразу изучаю язык и с ними разговариваю. Поехал в Америку. Но я знаю английский язык сколько. Я сразу же разговариваю по-английски. Уже в самолете я говорю, у нас пост сейчас. Можно есть... А я бы сказал, разговаривай по-украински. А то надо шалеть. А то уже мозги не промыты, а просто манкурты какие-то. В чужую страну пришли... Их приняли, и они их прям за глотку берут. Да что же это такое-то? Это все вот это москаляку-нагеляку. Это все теперь пришло, ответ. Проклят, то меч Господень удержит от крови. Мы даже не можем молиться о том, что прекратилась эта бойня. Только говорим, да будет воля Господня. Удерживать меч нельзя, настолько они напакостили эти руководители. Вот один тут вышел какой-то... Я сейчас закончу, смотрите. А я послание послал Рамзану Ахматовичу Кадырову. Ты такой шалава, ты шайтан, твою мать мы будем, дочерей твоих по кругу пустим, ради насиловать будут. И его поймали в Азовске-то. Видите, он стоит, уже стоит, разевает он весь обколот, и спереди, сзади, ноги, все обколото. Ну, а теперь его как пирог привезут Рамзану Ахматовичу. И что ты будешь делать-то? Ты уже обложился. Кто его за язык тянул? Рамзан Ахматович, он герой Российской Федерации, генерал-лейтенант. Он перекрыл коридор, ни один подрыватель не идет. Взрывали везде, сейчас кончилось, он навел порядок. Он герой настоящий. У меня от него даже похвальная бумага есть. Когда книги раздавали, я ему подарил. Ну нельзя же так. Ни один руководитель региона, ни Москве, ни губернатор, не может сделать то, что он делает. Он сразу послал 2000 боевиков своих. Проходит маленькое время, он еще 2000 посылает, так они прошли полный курс. Это настоящие воины. И он, его этот человек, который там в Азовске, издевается. И послание послал. А теперь послание по буквам будут разбирать. Выйдешь оттуда ты или нет. Скажут, склонный к побегу был. Это обнаглели безраздельно-то. Каждый почти день генерал-майор тут дает отчет, что в Украине. Уже тысячи там этих летательных сколько, самолетов, сотни, все. Почему? Она нам говорит, деваться некуда. Путин так и сказал, пятиться некуда, граница рядом. Через 6 минут ракета уже на Москве. Зачем вам нужно в ООН вступать? В НАТО? Зачем? У нас Варшавский договор убрали, везде базы закрыли. Тут со всех сторон обложили. Я просто объясняю события как. Я знаю, надо любить друг друга. Мы вот наши в армии сейчас призывают, специально подаем альтернативную службу. У нас оружие в руки никто не берет. Не то, что стрелять, а в руки не берем даже. Так что от нас никто... Я тоже написал в военкомат. Вот, молодцы. Мы делаем, как Христос велел. Как святые отцы говорили, как каноны православные. А это нет ничего, нету безбожники. Я кто такой? Я никакой. А у меня благодарность от Лукашенко Александра Григорьевича. Я считаю, это лучший президент в Европе, а может во всем мире. Лукашенко. Смотришь, он опять в храме стоит, молится. И какие он дает законы. Вот вообще... Я один раз, когда поехали, а там тоже мы их подарили в Минске, другие города, там Гомель, книги свои подарили. Нас там женщины приняли, мы вместе молились. А гляжу, на дорогах нигде нет этих кавказцев. Он говорит, кто-то что-то сделал из них, нехорошее сделал. Он дал указ 24 часа, чтобы ни одного не было. И все, теперь славяне работают, дорогу делают, все на работе. Он когда идет, проверяет, где там шорох он наводит. Александр Григорьевич, это настоящий президент. А на его начале там года два, наверное, эти митинги шли. Ну, подбивают оттуда, с запада. Ну, вам Майдан сделали, вам мало? Кто пришел после этого? Янукович плохой, это хороший. Ну, маленько-то раскройте глаза. Хороший. Украина никогда не была свободная. Над ней то поляки... то рядом там Литва. И поэтому они в язык свой натолкали столько слов. Это никакой не другой язык. Это был один язык. Исковеркали его. 300-400 лет назад считаем, как было. И вообще не было этого, чтобы вот так они говорили.
язык. Вот русские были под татарским мигом. Многие слова татарские оттуда остались. Потому что под этим мигом жили. Вот это же не секрет никакой. Как такого языка 400 лет назад это украинский, его никто и не знал. Сегодня прямо все показано, рассказано. Кто тогда писал на этом? Никто и не знал. Русский все было. Киев что? Мать русским городам. Мать! Главный город не Москва, Киев. А теперь пошло куда? Национализм. Одни мы. Вот. Готовы служить Бандере, Гитлеру. Сколько было беды-то в войну. Сколько они своих людей-то погубили. И Бандеры, и прочее. Будет, как Бог сказал. Мне это разницы нет никакой. У нас украинцы все друзья, близкие, братья. Мы целуемся, обнимаемся. Но то, что в политическом масштабе делается, это никуда не годится. И Франция, Германия, танки шлют сюда. 40 миллиардов опять выделила Америка. Они подогревают и подогревают. А что нужно делать? Ничего, сложить оружие. Мы виноваты, делай, что хочешь. Так в Библии написано. А когда они надеются на Египет, трость проткнет ладонь. Сколько уже погублено с той и с другой стороны. А что они делали? Оскверняли страну своими священниками. Крещения-то нет нигде в России сейчас, считай. Вот за это они отвечают. За это. Проклят, то дело Господне делает небрежно. Посмотри, как они крестят. Мокрая лада, ложкой, плати деньги. Обманщики. Ну что, Андрей, если ничего больше нету, расстаемся. Игорь Тихонович, я получил ответ. Да вы берегите свою бороду, чтобы никто не покусил. Да. Господь да благословит вас. Все непременно, Игорь. Ну вы знаете ваше имя, как переводится? Имя-то у вас еврейское. Храбрый. Андрей. Храбрый. В переводе на русский язык Андрей означает храбрый. Так поэтому никого не бойся. Бойся только Бога. Вот мне бы еще, да, мне нужно крещение полное уверование, потому что я вижу, что верующие люди, они просто ничего не боятся. А вы знаете здесь, я вам сразу скажу, Вячеслав Семенов в нашем содружестве? Да. Вы через него узнавайте, чтобы он вас проверил. 10 июля будет крещение, чтобы вас взял с собой. Мы с супругой как раз с вахты в 20-х числах июня, 20 июня будем дома. И уже будем готовиться, там Вячеслав. Готовьте, чтобы Вячеслав вас возьмет с собой. Вот зашел у меня Протопопов, Санкт-Петербург. Вот у нас приезжали 2 года назад из Ливана, из Италии, из Германии, из Франции принимать крещение. У нас батюшка в воду заходит, и каждый троекратное полное погружение. Я вам могу скинуть. Я сейчас скину вам. У меня есть все ролики. А вам есть такое? Продалеко говорит, тоскует и как батюшка крестит. Видели? Да. Мы плотно следим за вашей деятельностью. Все, ну отошел я тогда. С Богом.